Мы были созданы для того, чтобы, ну, это, собственно, следует из нашего названия, защищать права потребителей в регионе. В первую очередь мы ориентированы, разумеется, на тех потребителей, которые самостоятельно не могут это сделать в силу низкой правовой грамотности, и на тех, кто не может оплатить услуги юриста, то есть это прежде всего социально уязвимые категории населения. Мы много работаем с пожилыми людьми, потому что они становятся часто мишенью мошенников. И много работаем с молодежью, потому что она становится, ну, впереди у нее большое потребительское будущее. Они только-только становятся потребителями. И должны существовать в тех реалиях, которые прям вот каждый день у нас меняются. У нас несколько направлений. Это работа горячей линии, когда каждый может позвонить на бесплатную линию и бесплатно получить консультацию юриста по любой потребительской ситуации. У нас работает потребительская медиация. Это досудебное урегулирование споров, когда наши медиаторы и мы выступаем в качестве независимых посредников между продавцом и потребителем. И, разумеется, есть полное юридическое сопровождение. Это составление претензий, жалоб, исковых заявлений и защита в суде. Вот бесплатная защита в суде для льготных категорий населения. И, разумеется, просветительские семинары, которые мы проводим и в школах города, и в общественных организациях, и для пожилых людей, и для школьников. У нас очень благодарная работа, просто потому что, когда ты видишь результаты своего труда, то это дает как раз тот самый ресурс для дальнейшей работы.